These radio towers carry top-secret interplanetary communications. You are going to capture the towers and decode incoming messages. Power online. We fought with honor. Ну все, типа, начал проходить войну внутри. Ну, типа, такое какое-то, опять загадочное что-то. Тебе понравится. Ну, второй сон мне тоже понравился, прям вообще четко. Сейчас гоняться за тишиной, пипец. Этим полудуркам. Dominating. Keep it up. Блин, слушай, а... Так. Чё ты там? А у тебя... Подожди, а мы можем с тобой в двоечка проходить этот квест? Что, сложно? Нет, 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 не то, что сложный, просто... У меня Арчин говно. Чем, ну, конкретное говнище. Что там нужно сделать? На арчинге что-то сделать надо.
Сейчас посмотрим, что. Не получится. Это. А, надо за каким-то кораблем следовать. А, нет, там ничего не нужно, вспомнил я. Там можно и налево. Там тебе убивать никого не надо. Да? Главное в тени корабля держаться. Мне, правда, не сразу получилось, это потому что я не понял, что нужно сделать. Я тоже не въехал, как там надо. Как надо? Там нужно в тени корабля держаться, то есть, чтобы эти как его, лучи до тебя не доставали. То есть, там с одной стороны будут лучи, а тебе нужно с другой стороны. То есть, с другой стороны корабля, чтобы лучи на тебя не попадали. Да, все, въехал. Там все просто. Единственное, что тебе там нужен, это фрейм нормальный и оружие. А, прикольно. Когда я лучи уже проехал, какие-то левые лучи еще достали, кайф. Да в смысле? Корабль у нас с прозрачными текстурами. Внутри ты имеешь? Угу. Ну, потому что, типа, блин, я иногда просто в корабль залетаю. Опа, а это как проходить? Чё типа там такие поля, короче, после лучей идут. Типа я не могу сквозь них пройти. А, стоп, тут дырка есть. Я нашёл. Ага, и тут снова лучи. Прикольно. Окей. Поднимите, пожалуйста. Message. Leave none alive. Clear out the remaining enemy forces.
have detected another message in. Capture and decode the signal. Tower captured. Stream decode now. We have control of our towers. Taken a tower. Let's recapture it. Tower lost. We cannot allow the enemy to learn of our espionage. Eliminate the remaining enemy personnel. Work today. Not only have we decoded the enemy transmissions, we have also disrupted their communications.